В Югорске прошел первый турнир по киберспорту. В необычных соревнованиях приняли участие около сотни человек. Состязались в двух дисциплинах – FIFA и Dota 2. В футбольной игре боролись за личную победу, в Доте – за командное место. Специально для турнира по киберспорту провайдер организовал оптический канал связи общей пропускной способностью 100 мегабит в секунду. Каждый участник получил диплом и памятный приз. Победителям достался кубок, медали и ценные призы. Следующие турниры организаторы планируют провести уже в сентябре. Алибардо. Это в жир. Ты видишь, сколько у меня жира? У меня БКБ пика. Все вместе мы собрались буквально 3 дня назад и как бы 3 дня усиленно тренировались. Вот. И как бы дала свои плоды. Занимаюсь футболом сам 8 лет, и вот с этого момента начал играть. Больше нравится самому играть вообще? Конечно, самому играть.